Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления многим известным советским тортом «Золотой ключик». Но я немного изменил его на свой лад. Как он выглядит внутри и снаружи, вы можете заметить сразу. Ну а рецепт приготовления смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра! Сначала я приготовлю ванильный бисквит. В глубокой емкости смешиваю 60 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара и 2 куриных яйца комнатной температуры. Все теперь это взбиваю в пышную пену. Теперь мне нужно в сотейнике смешать 60 грамм сливочного масла и 60 грамм молока и разогреть эту смесь. Я буду разогревать на плите, вы можете разогреть в микроволновке, если она у вас есть. Горячее молоко со сливочным маслом добавляю в яичную смесь. Перемешиваю. Кстати, ошибка была не 60 грамм сливочного масла, а 30 грамм сливочного масла. Теперь просеиваю сюда 80 грамм муки пшеничной и пол чайной ложки разрыхлителя. Замешиваю тесто теперь лопатой. Переливаю бисквит в форму диаметром 18 сантиметров. Также подойдет форма 20 сантиметров. Это часто встречаемая форма в магазинах с таким диаметром. Если у вас есть кондитерское кольцо, то отмерьте его до 18 сантиметров. Отправляю теперь запекаться бисквит на 20 минут при 170 градусах. Теперь почти так же, как и предыдущие, я буду готовить шоколадный бисквит. Также смешиваю 60 грамм сахара, 2 куриных яйца комнатной температуры. Взбиваю теперь все в пышную пену миксером. Добавляю разогретое молоко со сливочным маслом. Перемешиваю слегка. Теперь мне нужно сюда просеять 65 грамм муки, 15 грамм какао-порошка, 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Как вы заметили, я взял меньше муки, чем на ванильное тесто, потому что я еще беру 15 грамм какао. Все теперь это просеиваю и замешиваю лопаткой. Переливаю теперь бисквитное тесто в форму, также в диаметре 18 сантиметров. И отправляю также запекаться при 170 градусах на 20 минут. По истечении времени мои бисквиты готовы. Теперь я их оставляю остывать и тем временем приготовлю крем. Для крема я беру 280 грамм сливочного мягкого масла и взбиваю его. Взбив масло, я добавляю понемногу
350 грамм сгущенного молока. И на этом мой крем готов. Бисквиты остыли, я теперь могу вынимать их из формы. Теперь мне нужно аккуратно каждый бисквит разрезать пополам. Бисквит очень нежный и мягкий, поэтому, когда будете разрезать его, нужно иметь очень хороший, острый, наточенный нож, чтобы он не повредил бисквит. И приступаю к сборке торта. Сначала беру шоколадный корж. Намазываю немного крема. Сверху кладу опять половину шоколадного коржа. Слегка придавливаю. Намазываю также немного кремом. Теперь накрываю частью ванильного бисквита. Сверху покрываю кремом. Закрываю последним коржом. А верхний слой теперь буду покрывать тонкой сеткой из крема. Беру кондитерский мешок, отрезал кончик кондитерского мешка и наполняю теперь кремом. Крема беру не так много. И красивую тонкую сетку делаю поверх торта. В оставшийся крем я добавляю какао, буквально 2 чайные ложки. Теперь этим шоколадным кремом я наполняю мешок с насадкой для формы розочки и по окружности всего торта делаю розочки. Украшенный торт убираю в холодильник настаиваться минимум на час. В итоге мой торт настоялся, и можно теперь пробовать торт. Настаиваться ему нужно не меньше часа. Сейчас я вам покажу, какой он внутри получается. Вот такой он внутри получается. А на вкус просто обалденный. Благодарю за просмотр всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также поддерживайте меня и мой канал своими
комментариями и мнениями о рецепте и о самом видео. Желаю вам всего доброго!